Приветствую вас, друзья, на канале Сибирячка готовит. С вами Елена. Посмотрите, какая прелесть. Суп за 15 минут. Назвали его очень смешно, но я вам скажу, это что-то. Вкуснота поднимает аппетит, настроение зимой. Самое то, что нам нужно. Остренький, солененький. Как же я его люблю. Немного сметанки, лимончик. Друзья, приятного аппетита! Хочу, чтобы вы обязательно приготовили суп по моему рецепту, вкусный, быстрый. А поехали! Большую луковицу нарезала как на обжарку, наливаю растительное масло, засекайте время, суп готовится очень быстро. И смотрите, здесь у меня кое-что есть со стола, колбаска вот я взяла, вот эту достала из морозилки, мы ее просто не доели, и две сардельки не понадобится. Вот все, что со стола у вас осталось или в холодильнике завалялось, подойдет. А нарезаю, так, кусочек попался неочищенный. Сейчас очистим обязательно, все пленочки снимайте. Колбаску нужно порезать одинаково, чтобы был эстетически красивый вид. Кубиком. Посмотрите, друзья, всех колбасок понемножку, и у нас получается целая гора. Выкладываю в кастрюлю. Никакого масла я не добавляю, потому что здесь у нас, смотрите, колбаска, здесь присутствует много сала. Этого будет достаточно. Не забываю, помешиваю ее. Выставила высокий огонь, чтобы быстрее дело шло. Пока колбаска обжаривается, мы с вами натрем морковь и пару соленых огурцов. У меня квашеные. На крупную терку. Морковь добавляю в лук и обжариваю до мягкости моркови. Минуты 3-4. Огурец тоже на крупную терку. Взяла пару средних. Готово. Выкладываю огурец к луку и моркови, перемешиваю и пару минут дам ему, чтобы вот все здесь у нас перемешалось как следует и проароматизировалось. Пару минут, прям больше не нужно. Не забываем про наши колбаски, они у нас практически уже готовы, все очень быстро. А, какие аппетитные, ароматные. Так, сюда же добавляю немного хреновины. Можно добавить аджику. Томатную пасту 1 столовую ложку. Заправка у меня готова практически. Заливая ее рассолом, можно взять бульон, можно взять обычную кипяченую воду. Я от квашеных огурцов добавляю рассол, где-то 150 мл. И дам потушиться. Ставлю на низкий огонь. Минут 7. Последний гвоздь нашей программы – это нарезать маслины. Штучек 10-15 будет достаточно. Выкладываю маслины в колбасу. Смотрите, какая она у нас красивая. Прелесть аппетитная. Что за запахи? Так, сюда же нашу заправку. Ох, дорогого она стоит. Добавляю.
и кипятком. Густоту регулируйте сами. Любите погуще, можно поменьше водички добавлять. Я примерно 200 литров так добавила. Вот такой суп у меня получается густой. Дам ему закипеть. Сразу добавлю лаврушку и зелень. Здесь у меня своя домашняя петрушка, укроп, базилик. Друзья, за 15 минут мы с вами приготовили чудесный, очень вкусный суп. Понравился рецепт? Не забудь отметить лайком и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить следующего видео. До новых встреч. Пока-пока.